Могло и голову пробить. Посетительнице алкомаркета на голову упала стяжка воды. Девушка получила сотрясение мозга. Все случилось, когда челябинка подошла к одному из холодильников, установленных в магазине. В этот момент ей на голову рухнул тяжелый груз. Пострадавшая заплакала, когда увидела кровь. Для девушки вызвали скорую. Медики зафиксировали травмы и поставили диагноз. В полиции уже начали разбираться в случившемся.